Олег налево, потихоньку будем дорогу смотреть. Здесь на какой-то танкетке едем, что ли? Не знаю. Потихоньку. И вот налево, наверное. Так, ну-ка, постой. Да-да-да, по ней. Налево. Все верно. Всем привет, мои друзья, мои зрители моего канала. Сегодня мы едем в лес с друзьями. Едем мы в горы по такой дороге. Едем по Заикину стану, Заикинская поляна. Для истории. Потом зимой посмотрим, по каким дорогам мы ездим. Идет. Такая. Будто сам от них прячусь, голову опускаю, как будто на мотоцикле еду. На мотоцикле здесь вообще не мёд. Ну проезжаю я, ничего, чё, нормалёк. Ну объезжаю, где тут чё. Как по асфальту. Да, как по асфальту. Красава, молодец. Вот так вот, а, держится на сосне палка. Ха. Надо ее объехать. Старая сосенка. Пробираемся по дебрям. Сейчас сам плоха дорога будет, вот через каменник пойдет. Так, друзья мои, приехали мы к таким скалам. Высота 1000 метров. И вот тут у подножья этих скал мы собираем кислянку. Вот набрал немного
Я уже показывал, как она растет. Ну вот еще раз покажу. Вот такими, как сказать, кучками она растет. Научное название этого растения — горец альпийский. Но мы называем ее кислянкой. На вкус она кисленькая. Идет в ней стебель. Так, мы приехали на такого внедорожнике. Дорога, в общем-то, как обычная у нас в лесу. Проехали, вы видели, какая дорога. Сейчас собираем и поедем дальше. Такая кисляночка. Угощайтесь, мои друзья. Такие скалы интересные. Ходы, выходы. Такая природа. Вот, друзья мои, вы со мной в Уральской тайге. Мох такой висит. Так вот у нас. Гуляйте со мной. Дышите воздухом чистым. Ну вот, друзья мои, пособирали мы кислянку. Сейчас поедем дальше. Но это, наверное, будет уже в другом видео. Я как-то не люблю длинные видео людям смотреть. Вот. Мы сейчас поедем на малые столбища. Так что оставайтесь со мной. Посмотрите это видео. И ждите другое. Ну, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.